Сегодня у нас в Белгороде проходят выборы депутатов в Белгородскую областную думу 6-го созыва. И так как мне в этом году исполнилось 18, я вправе отдать свой голос одному из кандидатов. Я, к сожалению, живу не по месту прописки, поэтому мне нужно найти свой избирательный участок. А найти его можно через сайт избирательной комиссии. Найти свой избирательный участок. Номер моего избирательного участка 136. Находится он по адресу улица Сумская, дом 64. Едем голосовать. Мы приехали на мой избирательный участок, а сейчас примерно 7:55 утра, поэтому, мне кажется, я сегодня буду первой, кто проголосует. Кстати говоря, на мой адрес прописки пришел вот такой вот листик, где написано, что мой номер в списке избирателей 17. Так что идем голосовать. Так, число здесь. Я голосовать. Мне нужен ваш документ, паспорт. Вот, паспорт. А здесь ваши росписи здесь. Мне выдали избирательный бюллетень. Я захожу в кабинку для голосования. Так как голосование тайное, все кабинки строго закрыты. Я проголосовала, теперь нужно опустить их в ящик для голосования. Дарья, сегодня, 13 сентября 2015 года, ты впервые участвуешь в выборах депутата Белгородской областной думы. Мы поздравляем тебя с этим днем. Вот дарим тебе диск на память о нашей Белгородчине и билетик в кинотеатр. Спасибо большое. Мне еще и билет в кино дали. Так что я выполнила свой долг перед обществом и теперь считаю себя полноправным гражданином своей страны. Ну а с вами была Мискина Даша специально для Мира Белогорья.